К другим темам. Более 400 жалоб на нарушения в сфере госзаказа поступило в минувшем году в Республиканское управление антимонопольной службы. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил руководитель ведомства Казбек Пшинжев. В 2013-м поступило около 50 заявлений о нарушении закона о защите конкуренции. Большая их часть, по мнению заявителей, связана с незаконными действиями газа и энергоснабжающих организаций. Речь идет об ограничениях на подачу ресурсов, навязывании невыгодных условий поставки и нарушении порядка ценообразования. Выявлено более 40 фактов нарушения закона о рекламе. В основном они связаны с информированием населения о финансовых и медицинских услугах. Хочу минимизировать большой пласт работы. Это работа по контролю за соблюдением установленных процедур закупок. Мы считаем, что очень важное и серьезное направление – это торги, именно касающиеся уже не госзакупок, а касающихся торгов, торги, касающиеся земельных вопросов, касающихся вопросов передачи в аренду прав на имущество муниципальных образований. Приоритетом работы службы является не количество возбужденных или завершенных дел, а их качественное рассмотрение и пресечение нарушений антимонопольного законодательства, отметил Пшинжев.